Приобщить гагаузского слушателя классической музыке решили гости из Турецкой Республики. Оперные певцы представили слушателям свое творчество не только на турецком, но и на русском и гагаузском языках. Послушать известных исполнителей пришли не только почитатели классики, но и те, кто впервые познакомился с этим жанром. По их словам, это незабываемые впечатления. И почаще бы таких певцов к нам сюда выгузили для того, чтобы люди имели возможность больше и чаще приобщаться, особенно к классическому пению, к классической культуре. Действительно красивое пение, манера поведения, в целом очень красивое выступление. Это уже второй визит турецких гостей в Молдову и в Гагаузию. Первое знакомство прошло 10 лет назад. Чок мутлы, бурда. Я очень счастлива, что здесь, в Камрате, вместе с братьями гагаузами. Для нас это большая радость. Большое спасибо за теплый прием. Это мой второй визит. Раньше в Кишиневе, в Камрате, в Чадырлунге мы проводили концерты. По словам Башкан Автономии, этот концерт – значимое событие в культурной жизни и подарок для жителей Гагаузии. Надо отметить, что и раньше турецкое посольство организовывало дни классической музыки, приглашая ведущих оперных исполнителей Турции, чтобы они могли порадовать своим мастерством нашего гагаузского зрителя. И это замечательно, поэтому я сам пришел сюда послушать. Для меня это тоже большое удовольствие. Концерт был организован по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Турцией.